Всем привет, друзья, с вами Закупыч. Ну что, надоели вам большие посылки от подписчиков? А у меня есть небольшие, такие, знаете, сказать, средненькие посылочки от подписчиков. Но маленький не значит плохой. Давайте смотреть, откуда она. Эта посылка ко мне приехала от Степанов Кирилл из города Москва. О, город Москва. Можно сказать, практически рядом находится со мной. Недалеко, посылка долго не ехала. Давайте открывать. Напоминаю то, что рубрика «Посылки от подписчиков». Можете присылать ваши посылки, адрес в описании. То есть в описании можете найти адрес, как можно прислать мне посылочку. Так, что-то знакомые пакеты. Я помню, у меня был подписчик, который присылал мне в «Планеты здоровья». Кстати, у меня возле дома «Планета здоровья», все лекарства покупают там. И знали лайфхак? Нужно заказывать через интернет, через мобильное приложение, и потом забирать в магазине, так процентов на 30 дешевле выходит. Серьезно. Вот заказывайте в мобильном приложении «Планета здоровья», потом приходите и забирайте. Я так и делаю. Это не реклама «Планета здоровья», просто реально пользуюсь такой штукой. Вау, слушай, тут много всего прикольного. Так, письмо. Письмо со скрепышом. Вау, Закупыч! Закупыч, какой красавчик, разукрашено, профессионально. Профессиональный художник. Привет, Закупыч, меня зовут Кирилл, я твой подписчик, и решил отправить эту мини-посылку. Здесь фишки Чипикао, кота, китайские скрепыши и даже Акуми пятерочки. А что такое Акуми? Ладно, подпись Степанов. Ой, Степанов. Кирилл Степанов прислал посылку. Все, это отправляется в музей Закупыча, рисунок. Итак, давайте смотреть. Китайские скрепыши в посылке от подписчика. Кто же там окажется внутри? Ну, слушай, тут разная подборочка. Можно сделать вот так на заставку. Типа разные-разные скрепыши. Во. Скрепыши разные в посылке от подписчика. Так, открываем первого. И там китайский взрыв мозга. И вы только посмотрите на его лицо. Ему совсем плохо. А-а-а, помогите, пожалуйста. Поставьте лайк, и это улучшит настроение ему. Так, давайте следующего. И это китайский какашич. Но он, кстати, выглядит неплохо. Ну, не так-то и плохо, нормально. Ладно, ладно, ладно. Радужная какашка. Так, давайте следующую. И это кукла Лёль. О, ну это кукла Лёль еще ничего. Помните, мне выпадала кукла Лу, которая была вся кривая, как будто бы кукла Лу мутант. Это еще выглядит неплохо. Неплохая кукла Лёль. Так. Ой, что-то плохо открывается. Слушайте, оригинальные скрепыши открывались лучше. Эх, все прилипло. Ну, выходи, давай. О, это кукла Лёля, которых у меня очень много. Вот так почему-то мне выпадает постоянно вот такая кукла Лёля. Вон та, это типа редкая еще вот эта. Мне она в первый раз выпала. А вот это прям, ой, хотя на этой, смотрите, волдыри какие-то. Ей совсем плохо. Ей срочно нужна Нивея для поврежденной кожи. Так, скрепыши 2. Далее открываем. Ой, это какой-то полупрозрачный. Вау, этот, наверное, будет светиться в темноте. Посмотрите, какой милаха. Вообще милаха. Да, он такой полупрозрачный и приятный на ощупь достаточно. Так. Это у нас еще одна кукла Лёль. И ей тоже плёхо. Да не, она вроде нормальная. Кстати, она вроде как нормальная, ничего такая, пойдет. Так, извиняюсь, что так сильно приблизил. Давайте следующее. О, повторка, повторок мне прислали. Подписчики прислали повторные скрепыши. Так. Кто там еще есть? О, это почти что оригинальный скрепыш, только у него... Слушай, китайцы хорошо пишут по-русски, да? Чудо. Чудо-чудо. Два раза написано. Чудо-чудо. Очень похоже. Прямо это, знаете, как будто бы ручная работа. Как будто бы вручную пытались подделать скрепыша. Много прикольных скрепышей. Где ты их купил? О-о-о! Вот это да! Вот это мое почтение. Вот это да. Это удача. Вот это успех. Это получается юбилейный скрепыш в посылке от подписчика.
Вот. Если его еще вырезать вот так аккуратненько, сделать круглым, то будет юбилейный скрипыш первый, скрипыш один, который самый редкий скрипыш в истории. Первый скрипыш, то есть скрипыш один, акция магнитный, юбилейный. Это самый редкий скрипыш в истории. Так, Которогоч. Какой-то странный. Единорогоч с рогами. Очень странный. И у него морковка на лбу почему-то. Так, все, со скрипышами все. Теперь у нас пошли Чипикау. Давайте смотреть. Есть Чипикау, как приручить дракона. У меня еще мало таких фишек. Когда соберу много фишек таких, то распечатаю альбом, сделаю себе. Я, кстати, уже сделал себе DC альбом Чипикау. Скоро вам его покажу. У меня там практически вся коллекция собралась. Вот, как приручить дракона. Есть фишки. А, вот, опять как приручить дракона. Это с наклейкой? Да, с наклейкой. Монстры на каникулах, смотрите-ка, все с наклейками. Спасибо большое, когда присылаете фишки с наклейками. Тогда я смогу начать собирать коллекцию. Вот еще, как приручить дракона. Так, еще как приручить дракона. И еще как приручить дракона. Так, давайте смотреть. Слушай, а ты прям фанат Чипикау, как приручить дракона, да, я смотрю? А какая у вас самая любимая коллекция Чипикау фишки? Напишите в комментах. Мне, наверное, нравится вот DC, потом мне нравится Спанч Боб. Ну, гармити тоже такие нормальные, ну, потому что они большие. Вот, смотрите, вот так жмет дракон. Вот так дракон снова, смотрите, обнимается с кем-то. Я проверяю, сразу наклейки есть. Да, наклейки есть везде. Слушай, прям целая куча именно как приучить дракона, то, что надо для меня. Так, потом тут есть Черная Пантера Стиратель. Также есть полным-полно... этих самых, смотрите, это стиратели 1, то есть тут и стиратели 2, и стиратели 1 присутствуют в коллекции. Потом есть оригинальные скрипыши Симбыч, также есть молния Маккуиныч, еще есть вот, как, которые поддельные, смотрите, вот такие девочки. Здравствуйте, вы не подскажете, где тут находится Нофилет? Кто знает, что такое Нофилет? О, кстати, дети, наверное, сейчас и не знают, что такое Нофилет. Так, это у нас, оп, гитарист. Это акция «Пятерочка тролли. Мировые гастроли». И есть «Тролли 1». Первый мультик, видите, акция. Вот, стиратели, стиратели тролли. Так, еще куча-куча стирателей 1. Смотрите, тут и Локи, и Гоблин, и енот-ракета. Все есть. Вся компашка, прям целая куча. Так. Еще целая куча скрипышей, еще один магнитный, юбилейный. Также тут есть еще кукла Лол. И даже есть скрипыши 2, то есть тут микс получился. И скрипыши 1, и скрипыши 2 все прислали. Вау, это мне в коллекцию брелков. То есть не брелков, а этих значков. Я же собираю еще и значки. Minecraft-marker.ru. Вот такой значок Minecraft. Неплохой. Также есть акция «Мировой футбол». О, кстати, можно поиграть в футбол со стирателями. Тыщ-тыщ. Позбивал их. «Капитан Америка» синенький. А это акция из «Глобуса» «Парк Джун». Кто был кто в «Глобусе», кто знает эту акцию? У меня, по-моему, вся коллекция. О, смотрите. Вот такой «Парк Джун». И на этом все. Все. Ставьте лайки, друзья, подписывайтесь на канал. Напоминаю, то, что ссылочка на его канал находится в описании. Подписывайтесь, если не хотите подписываться, просто передайте от меня привет, и мне уже будет приятно, и ему будет приятно, поднимем настроение на человеку. Вот, всем пока, до новых встреч!